Hey, yo, guys, с вами Шмики, и мы продолжаем проходить игру по названию The Messengers. Окей, какие у нас сейчас планы на серию? Спуститься сюда? Тут быстро пролазить, и здесь еще спуск есть. Здесь спуск есть, проход наверх, здесь проход. Короче, до хера проходов. Нам нужно это все пройти, потому что потому. Дракона закрыли, нужна наша помощь. А кто, если не мы? Кто, если не мы, ребята? Так, вверх. Допустим. О, мощная атака вообще все грохает. Понять. Я теперь супер сильный. Платформа треснутая. Надеюсь, показалось. Меня сейчас еще и убьют. Блин, почему я не попадаю? О, ништяк, по таймингам. Ну, здесь довольно легко, особенно до меня. Фух, легкотня. Так, портал сохранения, погнали. На ту сторону я не пойду, смысла не вижу. Сюда вот можно пойти. Почему? Потому что я могу. А, тут, я думал, меня там сейчас раздавить, я уже... Бля... Так, стоять. Куда я ходил? Окей, погнали тогда дальше. Погнали. Где старейшина? Мне нужно найти старейшину, но старейшина по сути здесь. Старейшина где-то здесь. Ух, просто на лакичах пронесся. О, здорово. Боюсь высоты, да? Здравствуй, маленький фабиянин. Все хорошо? Ой, здравствуй, я Акра. Как ты здесь оказался? Какая ирония, да? Это долгая и печальная история. Мне пора вернуться на работу. Спасибо, что спас меня. Так, остались еще сколько нас? А где еще осталось двое? Это не точно. Не. Да, вверх. Отлично. Запаркурили, так сказать. Бля. Откуда? Пожалуйста. Издеваетесь? Вы издеваетесь? Они издеваются. Я прошел эту местность просто на удачу.
это жопа. Хлопцы, это жопа. Окей. Так. А я с высоты здесь. Нужно срочно сохнял. Срочно нужна сохранялка. Ух ты ж, бля. Пронесло. Так, значок силы. Значочек силы. А теперь вопрос, как мне в ад попасть. Ведь по аду я ходить не могу. Еще целых 5 боссов, где мне их искать? Все. Небеса я прошел. Как мне сюда попасть? Никакой локации нету. А тут есть 2-3 камня целых. Ну что, давайте тогда начинать думать. Начинать думать. Так, давай с тебе начнем. С медальков. Нот этих. Судьба распределилась так, что только сложив мелодию из кристаллизателя сил мира, можно снять проклятие. Еще осталось 5. Окей, давайте тогда верну. Вот что это? Там 2 двери закрыты. Не попасть в них. Окей. Начинаем с первой локации. Минус. Я в минусе уже. Класс. А если серьезно? Если так серьезно говорить, да? Что мне нужно? Мне нужно понять, куда мне вот это все девать. Хорошо, старейшему я верну это. Волшебная ракушка. Легендарно гласят, что ракушка может помочь своему владельцу услышать зов глубин. Где это? Чертополох силы. Кажется, это прекрасное подобие любви к блюду. К любому блюду. Где мне это блюдо? Блюда найти. Амулет Рокстина. С его помощью можно активировать посох некроманта. Окей, это мы знаем где. Вот это где? Где мне их воспользоваться? Что, побегушки по второму кругу, ребят? Погнали. Погнали. Да, теперь я ваншу еще просто. Ну как сказать, это усиленная, короче, атака. Может тут что-то есть в воде в этой? Нужно будет спуститься. Еще нужно будет спуститься. Так. Решено. Я иду. Так, сюда.
Посрать. Посрать, посрать, посрать. Так, я вернулся. А как мне... Блин, а... Хотя, может, меня сейчас научат ходить по лаве? Если так, тогда это будет хорошо, я смогу, во-первых, починить мост, во-вторых, я смогу пойти в адский уровень. Но это не точно, если я вообще смогу ходить по лаве. Если нет, тогда я уже, считайте, застрял. Добро пожаловать, юный искатель приключений. Приветствую тебя, старейшина, я принес чайные листья. Впечатляет. Похоже, у тебя удалось покорить само время. Ах, снова ощутить вкус астрального чая. Великую радость ты подарил старику. Спасибо тебе. И прощай, храбрый гонец. Да. Ты ведь должен был воспользоваться этим чаем, чтобы расширить мой разум и одарить мне силы истинного зрения. Ах, да? Силы истинного зрения? Прости. Прости. Старея, разум все чаще уносится куда-то вдаль. Вот тебе, свеча. Ты получил свечу истинного зрения. Если другой словами, обычную восковую свечу. Каев. Каев, если ты попадаешь в очень темные места, она так поможет тебе видеть хотя бы чуточку лучше. Что мы теперь делаем? Мне нужна ближайшая карта. Мы идем сюда в катакомбы. Народ, мы идем в катакомбы. А быстрое попадание туда. Только здесь, да? Это мне нужен любой портал. Поэтому погнали искать портал. Любой портал мне нужен. Не может быть, чтобы именно там было место с водой. Ту-ту-ту-ту-ту. Быстро все делаем. Так, сюда погнали. Так, мне нужна та локация, поэтому побежали. Две закрытых, и непонятно, как открыть. А ну-ка. А как бы, думаю-то, портал следует открыть с другой стороны. Но это место еще нужно с другой стороны найти. И это тоже у нас все закрыто. Вот это я думал, в принципе, что это уровень славы, но нет, это у нас уровень с пустыней. Это вот фигово. Истинная свеча меня может только отправить в ту пещеру, где я в основном до хера раз упал. Ничего не произошло. По сути, если я сейчас стоять, ямба. А, не, нихера. Мы же здесь еще проход открыли. Да? Да. Поэтому мы сейчас пойдем по этому проходу, который мы открыли. Так, окей. Теперь мне нужно через сомнис идти. У-у-у.
пошло. Монетки, монетки. Так. И вот он, наш спуск вниз, да, в катакомбы. Идеально. Тогда сейчас пойдем в тайную вот эту локацию. Ай, встретил. Так, а тут хоть проход есть? Есть. Хотя проход есть. Поехали, поехали, поехали. Быстро, быстро, быстро. Так. Ладно, построить. Оп. Охраняемся, падаем. Сраку. Давай, быстрее, быстрее. Так, и здесь мне нужен разлом, чтобы туда попасть. А, я и плюс камни быстро ломаю с помощью этой фигни. Ну что, народ, секретная локация? Поехали. Интересно, сильно светит мне? Тут крюк был, оказывается. Что такое? Не сильно освещает, но освещает. Так, а тут что у нас? Батут. Так, пока что иду нормально. Это у нас что за место? Нихера, это мне нужно еще успеть. Ох, я успел. И где это? Бирюзовый берег. Три штуки здесь. Того, что мне нужно. Это новая локация, ребят, пошла. Понесло.
фигня в том, что я не нашел сохранялку. Мне сохранялка нужна срочно. Пожалуйста, только не говорите, что с самого начала. О, хотя бы отсюда. Вот это быстрые бревнышки. В принципе, тут можно нагнуться, да и все. Ага, а тут все так мило, а здесь кера. Ух. Отлично. Отлично, мы открыли портал. Так, стоять. Секретка. Это зона силы у нас. Осторожно. Да ёлки-палки. Черт. Ладно, там портал открылся ж. Каев. Каев. Давай так. Давай так. А могу я вот так зайти и сохраниться? Нет? Вот сохранение пишет. Почему я не отсюда начинаю? Это жесткие уровни. Ну как уровень? Питание. Черт. Да ёлки-палки. Ох, черт. Еще лучше. Нет. И смерти, и смерти. Ой, бля. Да это сложно. Вот это вот да, сложно. Что вы мне хотите? Чтоб я вот так сейчас прошел. С ХП. Так, здесь что у нас было? Два прохода, да? Отлично. Надеюсь, оно сохранилось. Ту-ту-ту-ту. А, не беда. Ладно, это я тупанул. Надеюсь, хотя бы там... Конечно, там же дверь открыта. Какая нахер дверь? Я прыгну туда, я залез туда-сюда.
вообще, мэр. Окей. Давайте сюда пойдем. Хранение. Офа! Расскажешь мне что про это место? Чатик. И куча локат. Где я? О, полагаю, ты нашел священную рощу, также называемую Бирюзовый берегом. Бирюзовый берег. А, похоже, здесь столько всего произошло. И не говори, будучи путешественником во времени, ты имеешь возможность увидеть это место в обоих его состояниях. Когда-то здесь правили демоны, и все бугились, но однажды сильный гонец прогнал их и пришел сюда про матерь бабочек, чтобы та исцеляла рощу, снова заставив ее засвести. И это отлично сработало. Ну, продолжай. Так, если я вижу обугленные рощи в своем настоящем, нет, и в восстановлении версии в будущем, нет. А, не ходи туда. Значит, между этими двумя моими путешествиями здесь был гонец. Ура! Временной подарок. Парадокс или сюжетная дыра? Решай тебе. Спасибо, что... так. Испортил шоу. Неужели нельзя было просто наслаждаться Ой, бля. А, я прокачивать нечего. Точки странные. А, то есть я так не могу попасть. Ай-яй, я понял. Поехали. Ага, цветы можно бить для того, чтобы поменять их расположение. Хорошо. Допустим. Воспринял эту информацию. А чё я от этого... Ладно. Ну и ладно. Фуэ! Тупая роща. Тупая роща. Блин, давайте... Может... Ладно, пробегу по-быстрому. Что у нас попало жестко? Ай. А, давай. Воу-воу-воу! Это жестко-жестко только что было. За счет кислотных я не смогу ничего сделать. Сохранение. Выйти. Я думаю, здесь мне ничего такого не... Хотя, стоять, карта. Фу, хорошо, что я дальше далеко не ушел. Я сейчас бы потерял то место. Так, что у нас... Мама... Мне наверх не попасть, я как понял.
Каев. Каев, 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 каев. Ну, хотя бы не так далеко. Вообще посрать. Вот как мне туда попасть? Мне нужно наверх. А я, наверное, забраться здесь не могу. Ладно, давайте, короче, здесь остановимся. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.